Коронавирусом переболел еще в первую волну эпидемии, рассказывает житель села Камышла Раис Муниров. Привиться от COVID-19 решил, чтобы избежать осложнений и снизить риск повторного заражения. После постановки вакцины в прививочном пункте села мужчина узнал, что стал 400-тысячным жителем Самарской области, которому сделали прививку. Информация, знаете, противоречивая поступала, но все-таки я так здраво подумал и думаю, это же нужно мне в конце концов, а не кому-то. Поэтому решил сделать прививку. После прививки я чувствую себя прекрасно. В принципе, я ничего не чувствую, если честно говорить, да? Нормально, хорошо. Дай бог всем, чтобы всем, у всех было так хорошо. После прививки мужчине выдали специальный сертификат о прохождении вакцинации. Получают его все привившиеся жители страны. В нем прописывается дата вакцинации, а также наименование, серия и номер вакцины. У нас уже 55% от подлежащего населения 60+ получили прививку. И 60% от подлежащего населения, взрослого населения нашей территории тоже получили прививку. Мы достигнем наших планов, а план это 60% всего взрослого населения. Цель прививочной кампании – поскорее сформировать коллективный иммунитет. Только в этом случае инфекция перестанет распространяться. Сейчас в области созданы все условия для прохождения вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно добровольно и бесплатно как в медицинских учреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис. Медики напоминают, особенно важно прививаться пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Михаил Ермоленко, События.